Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем вместе с вами солить сало. Всем привет! Сегодня будем солить сало. Для начала нарезаем на кусочки. Острым кончиком ножа протакаем сало. Сало подготовили, а сейчас на мелкой терке натираем чеснок. Чеснока берем много, не жалеем. Каждый кусочек сала смазываем чесноком. На дно контейнера высыпаем соль. Кладем сало. Высыпаем петрушкой. Высыпаем
засыпаем солью. Кладем следующий слой. Накрываем крышкой. Остальное солим с копченой паприкой. Повторяем все то же самое. Убираем в холодное место на 2 недели. Спустя 2 недели наше сало готово. Сало заворачиваем в пергаментную бумагу и храню в морозильнике. Нарезаем на кусочки и подаем к столу.
Вот такая закуска у нас получилась. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!